Госавтоинспекция города Челябинска обращается ко всем участникам дорожного движения и родителям школьников. Перед началом нового учебного года повторите с детьми правила дорожного движения, пройдите с ребенком до школы, показав ему самый безопасный маршрут его движения. Убедитесь, что на его одежде или портфеле есть световозвращающие элементы, которые помогают водителям заранее увидеть пешехода в темное время суток. Госавтоинспекция города Челябинска сделает все возможное для того, чтобы не допустить дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.